Меня зовут Александр, возраст у меня 51 год. Родился и вырос я в Сибири, в Красноярском крае, в городе Ачинске, такой маленький городок. Жизненный путь банальный, как у всех. Родился, учился в средней школе, училище, армия. 90-е развал страны, в которой я родился. Сейчас мы здесь находимся в городе Сочи, а конкретнее в одном из самых красивейших его районов. Это поселок Красная Поляна, который расположен в горах. Это пекарня, которую организовал здесь. Пришел я к этому много лет назад. Не организовать пекарню, а, скажем так, сама идея зародилась во мне. Питаться хлебом, не который продается в магазине, а непосредственно изготавливать самому, производить этот хлеб, испекать. Я попробовал этот хлеб и понял, что он мне понравился, и я хочу его производить сам и сам употреблять его, кормить свою семью. Затем у меня родилась идея этот хлеб предлагать людям. Зерно мы используем непростое. Зерно, привезенное с хозяйства, которое выращивает, производит это зерно без применения химических удобрений. Более чистое это зерно. Затем мы производим помол этого зерна на своей мельнице, в каменных жерновах. Изюминка в том заключается, что при помоле зерно сохраняет все свои полезные качества, которые там, они сохраняются и остаются. Получается цельнозерновая мука. Замесили тесто, формовка, расстойка. А самое главное, что мы используем при замешивании нашего теста, это закваска. Фишка в том, что это без дрожжей, созданное непосредственно на пшенице и воде. Все естественно, все природное, все натуральное. Воду берем из источников, которые расположены здесь, в пригороде. Предпочитаем все чистое, все натуральное. Идеология производства этого хлеба, что ингредиенты там все используются только натуральные. Это возникло после посещения различных хозяйств, где люди окунались в ту нашу древнюю культуру. Это дерево, материал только использовался. Это очень сильно зашло мне до глубины души. И сам решил применить и попробовать. И действительно, когда это все воплотил в жизнь, моей семье это очень сильно все понравилось. Теперь мы здесь проживаем и радуемся. Ну, сама идеология рой-клуба, она подразумевает только чистоту взаимоотношений, добро, только все положительное, поэтому я это очень сильно приветствую. Деньги здесь не главное, финансовый вопрос тут не главное, тут все для души. На кошелек переводишь монеты Юми и, пожалуйста, можно почтой России отправить в любой город. 3 Юми, 1 булочка. Друзья, теперь вы знаете, что мою продукцию, в частности хлеб, можно приобрести за Юми. Заходите на Роймаркет и приобретайте там. Мы доставим с удовольствием свой продукт в любую точку нашей страны, а может быть даже и мира.